Всем доброе утро! Не накрашено брови, обращаем внимание. Мы до сих пор болеем, и уже болею я, уже болеет муж, и уже вот это все по второму кругу идет, потому как Зойка уже вроде как выздоравливала и хорошо себя чувствовала, потом Мира заболела, потом Зоя опять. Просто порочный круг, как обычно. Мне кажется, только мы так можем. Ребенку исполнилось 4 месяца. Мы только-только начинаем оформлять документы. У нас от города на ребенка в качестве пособия приходит такая кругленькая сумма денег, там порядка 30 тысяч, насколько я помню, вот по Мирославе. Может быть, сейчас немножко изменилось. И ежемесячно какие-то пособия выплачиваются. И детская карта есть. То есть на эти деньги можно спокойно покупать всякие подгузники, допустим, одежду в детских магазинах для ребенка. А до этого мы все как бы свой счет это делали. Вот, и только сейчас оформляем, начинаем потихонечку. И вчера ездили в Ватоню, покупали там детскую пирамидку, несколько там всяких разных вещей, которые мне нужно было для съемок видео. И к вопросу компотных смесей. Почитала я в комментариях, почитала я всякие разные отзывы. Говорят, что именно эти смеси, Бионик, все говорят, что это очень чистые компотные смеси. То есть здесь у нас что нужно сделать? Здесь только залить кипятком, добавить сахар по вкусу, закрыть крышкой и дать настояться. То есть вот, вот и все. 80 грамм. Хочу проверить, так ли это, насколько они чистые. Вот и Мирочка подошла к нам. Давайте посмотрим вместе. Мне самой жутко интересно. Я решила взять именно вот клубнику, дыню, потому как, ну, это такие продукты, которые не в каждой фирме встретишь, именно сушеные. И знаете, мое удивление, я уже попробовала все, что клубнику сушат целиком, то есть ее не режут. Я почему-то думала, что ее пластами режут и вот как яблоки сушат. А нет, ее целиком. Сейчас покажу, малыш. А вот она вот так выглядит, прям целиковыми ягодками. И что самое главное, знаете, я клубнику не люблю свежую, потому что мне она кажется очень кислой, то есть мне приходится ее сластить. А в сушеном виде она, вы знаете, прям супер. Сейчас пока болеем, вот такой заряд витаминов, это очень важно. Вот он, компотный микс классический, рассчитанный на 3 литра. То есть для того, чтобы сохранить витамины, просто залить кипятком, проваривать не надо. Чище смеси для компота я еще ни у одного производителя не видела. Очень достойный. Хорошие куски в большом количестве. Яблочки интересные. Поставила его настаиваться. Сахар решила не добавлять. Хочу попробовать, как он будет в оригинальном своем таком вкусе. Состав: сушеные яблоки, вишня, груша, слива, абрикос, смородина, барбарис, клубника. Я видела эту фирму еще и в Ленте. То есть и в Ватоне. Но в Ватоне детский хороший магазин, то есть 100% для детей, очень-очень натурально. И тут пишут, что сушат при 30-40 градусах долго, для того, чтобы сохранить все витамины. Не знаю, как вы, помимо того, что я сама тут сушу некоторые продукты, но Бионик я буду действительно иметь в виду. Знаете, в качестве перекусов мне очень понравилась дыня. Очень понравилась клубника. Очень вкусно. Сегодня муж у меня просто герой, молодец. Он тут с пакетами еды. Еще я айсберг купил, не знаю, нужен он тебе, нет? Нужен. Он просто был. А где ты закупался? Вот я. В Икее. Что это? Давай смотреть, разбирать. Очередная закупка продуктов. Ну, это вот когда мужчина едет без списка, он покупает, ну, в принципе, все. Правильно я понимаю? Ну что я видел, то купил. Два нам и один Мирке маленький. Ой, рыбка. Лимоны там. Ой, класс. 100 лет рыбку не кушали. Угу. Она стоит, я вот это, пожалуй, сожгу. Бешеных денег, да? Сколько она стоит? Вот такие цены на рыбу. Понятно, почему мы редко едим? Я думаю, понятно. Так, зайка, да какой раз в полмесяца? Раз в полгода. Малышка, это яички сырые. Их вообще трогать голыми ручками не рекомендуется. Особенно деткам. Сейчас пойдем ручки. Сальмонелла вещь такая, беспощадная и безжалостная. Пойдем ручки мыть с мылом. Картоха, бурый рис. Вот этот бурый рис мне не очень нравится. Кстати говоря, у нас есть еще одна такая целая пачка. О, перловка. Перловка — это круто. Так, гречка, пшено,
манная крупа. А вообще сколько по деньгам вся закупка вышла? Я думал больше 5700. 5700. Понятно. Я мясо еще не купил. Молоко. Макароны. Что это? Амаси. Не знаю, увидел штука редкая, купил. Ну, не редкая, но... Хорошо, розмарин хорошо. Или можно масло из него сделать и заморозить. Что, на русский? Розмарин говядине тоже неплохо. Сейчас принесу. Так, сейчас мята, спрайт. О, да, мохито, мохито пать. Можно ниблером мятку растолочь, добавить туда тростникового сахара, лед, лайм, спрайтом залить, и будет очень вкусный лимонад. О, еще мята. Так, и лимоны. А, ну, наверное, без лаймов, да? То есть с лимонами. С лимонами не тот вкус, сразу скажу. Я как бармен со стажем знаю, что с лимоном это, конечно, все парнота дикая, но все равно вкусно. Еще очень, кстати, тархун. Есть такая травка с тархуном. Вот обычная газировка. Туда тоже лайм, туда тоже можно немножко сахара. И очень тоже вкусно, необычный вкус, как лимонадик. Морковь, пиньончики. Это у нас фарш. 400 рублей, 1,5 килограмма. Очуметь, домашний, то есть это смесь. Хорошо. Вот из этого я буду делать фрикадельки, половину из них морозить, опять же. Но, видать, у меня сегодня вечер будет целиком полностью посвящен готовке. Свиная шея охлажденная, 574,90. Дальше, у меня тут места уже не хватает на все. Дальше, это пакет с голенями цыпленка. Он купил... Его с лишним 204 рубля. Так, еще мясо. Это куриные грудки уже. 205 рублей. Почти килограмм. Наш любимый сыр. Ария Натура. Вот покупаем в основном именно такой сыр. Он очень сливочный. Ну здесь написано, что он сливочный. Он реально очень сливочный, мягкий сыр. Он не очень хорошо подходит для натирания, допустим, на терке. Он как-то слишком мягкий, наверное, для этого. Но очень вкусный. Для бутербродов, для всего такого прям изумительно. Ну и в плавленном состоянии он также прекрасен. И корочка от него хорошая получается. И продается в разных магазинах. У нас и поблизости есть, и в больших гипермаркетах. Хороший сыр. Прям, вот не знаю, кто не пробовал, попробуйте, он вкусный. Так, горошек, Хайнц, сливочное масло по ГОСТу. Покупаем обычно большие упаковки, чтобы вот надолго хватило, но у нас уходит в больших количествах. Сливочное масло даже по ведам для женщин безумно полезно. Как-то мне в подкорку забилась эта информация. Так, дальше разгружаю уже на пол, а то невозможно. Кабачки. Кабачковые оладьи из них будем делать, просто жарить, и в рагу всякие овощные, очень вкусно. Сладкая кукуруза бондюэль. Обожаем вот эту томатную фасоль. Хайнц просто спасает всегда, когда нужно Мама. Что-то быстро приготовить и сытно. Мама. Так, это у нас салат айсберг. О, я сегодня вам покажу рецепт клевого салата с этим айсбергом. А, при условии, что муж купил авокадо. Но он, наверное, не купил. Тогда не покажу. Говядина шея. 508 рублей. Почти 2 кг. О, и муж тесто купил с заморозком. Отлично. Дрожжевое и бездрожжевое. Вот всегда такое покупаем от Талоста. Очень нравится. Еще один последний пакетик. Огурцы, помидоры. Они у нас как-то не в почете, эти огурцы, помидоры. Помидоры уходят, а огурцы вечно остаются. Кинза. Любовь моя, помидорки черри и моцарелла. Тоже, как правило, берем вот эту фирму Галбани. Мирк себя уже получше чувствует. Ест супчик, пьет чай с молоком. Приучила, блин, мама. А я с большим удовольствием хлопушки. Повторение фотосессии. Все пытаюсь их нормально зафоткать, но на улице уже темно, вообще не светает совершенно, солнца нету, белое небо. Соответственно, в квартире у нас просто как в пещере. Они у меня по очереди и по кругу болеют. Сначала Зоя заболела, вылечилась, потом Мира заболела. Мире полегче, Зоя с соплями.
девять, один, два, три, пять, восемь, По-своему она считает. Не, один, два, три она считает. Четыре почему-то пропускает, говорит дальше 5, 8. Ты говоришь 7? 8, 10. Не делай так, малыш. Очень страшно. Зои. Зои, отпусти. Ты приготовила на сковородочке принцессу и кормишь нас теперь ею, да? Я провожу время с детьми, типа я с ними играю, а сама лежу и отдыхаю на полу. С рыбкой я обычно никак не заморачиваюсь, просто посыпаю там перцем какими-нибудь травками, типа базилик, буквально капельку масла в форму и отправляю в духовку. Ну вот тут уже до готовности, к сожалению, духовки все разные и куски все разные, нужно опытным путем определять, сколько в конкретно вашей духовке будет лосось готовиться. Ну, вот этот лосось будет готовиться минут 20. Вот как-то так у меня получилось. Соус соевый я еще добавила, еще полила все это соком лимона и предварительно прыскнула себе в один глаз. Так что мне сейчас очень приятно, у меня сейчас течет тушь. Я рассказываю тут о прекрасной еде, которую приготовила. А вот эта версия для ребенка. Все то же самое, на самом деле, вот только рыбку я ее сейчас немножко распотрошу. Опять очередные процедуры. Вот, фиолетовый, да. Не хочу. Что ты не будешь? Не буду. А? Между прочим, это очень прикольная игра на логику. Называется она, сейчас скажу как. Где она тут у меня? Power of Logic она называется. Вот она. Очень крутая. Она у меня была как и на старых айфонах, и на всех айпадах она была. Я все время ее качала и все жду вторую часть, потому что мы ее целиком полностью по несколько раз проходили. И это вообще, учитывая то, что я не геймер совершенно, я не особо играю в игры. Из моих игр это был Sims. Мне было лет 16, наверное, когда я в него залипала прям сутками. И все. Кстати, Sims у меня стоит до сих пор на компьютере, но я в него не заходила ни разу. Времени нет. Да и неинтересно уже, если честно. Не хочет Мишка кушать? Попробуй еще раз, предложи ему. Пей, пей, Мишка. Как заправский алкоголик. Уснул с чаркой. Тут готовит? А, вот чего, она готовит там. Не хочет, да? Покорми его совушкой. Нет? Какой ты, Мишка, привереда. Да, я такой. Ну давай, приготовь ему что-нибудь поесть. Скорей, 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 он есть хочет. Вот так, да. Ой-ой, ой-ой.
Ой, говорит Мишка, прости, пожалуйста, Мирочка, дай мне, пожалуйста, еще попить, а то, ой, я виноват перед тобой. Пойдем мохито пить. Не хочешь? Ну там лед уже заморозился. Вечерний мохито. Это был лайм купили, блин. Ну да. Лимоном совсем не то. Да какая разница, в принципе. Так, лимонадик. Снуп, спонсор сегодняшнего видео. Все с заложенными носами. Пыхтит, напрягается. Вот такая вот у нас вкуснятина получилась. У нас трубочек нет. Самое главное за собой убрать срачник, который приготовление во время приготовления был. Так, лимонадик. Ладно, на этом будем с вами прощаться. Всем огромное спасибо за внимание. Пока, до новых встреч.